Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Сегодня хочу сообщить, что в ближайшее время, 1 декабря, в Москве, в Крокус-Сити, состоится грандиознейшее событие. Это Private Money Forum. Это мероприятие такое грандиозное, и именно вот по той тематике, которой посвящен мой канал. Ссылку на приглашение на этот форум вы увидите под данным видео и получите по ней 5% скидки. Потому что, ну, мне дали такое право сделать вот это объявление. Вот, я там буду, но я там буду не в качестве спикера, в качестве просто представителя. Я буду там участвовать, можем с вами встретиться. Если вы перейдете по данной ссылке, давайте посмотрим, куда мы с вами попадаем. 1 декабря форум в Москве и онлайн. 2 декабря Private Money Game. Private Money 2018, модель Уоррена Баффета. Будут известнейшие спикеры. Давайте посмотрим, что там будет. Проверенные модели управления личными деньгами и создания начального капитала. Мастерские, где эксперты в инвестициях делятся своими кейсами и стратегиями. Реальные кейсы создания состояния от известных бизнесменов в России и за рубежом. Тренды и стратегии 2019 года. Роберт Аллен, автор 17 книг, в том числе «Множественные источники дохода» и «Код миллионера». Действительно, это бестселлер, «Множественные источники дохода». Честно говоря, я читал, мне показалось скучновато, но идея, основная идея, которая заложена, она просто вот вбита мне в голову и очень сильно на меня повлияла. То есть я создаю множественные источники дохода. Их должно быть несколько, хотя бы там 6. Чтобы, если один источник пропадает, например, мы перестаем работать, то остальные 5 все равно продолжают работать. И главный источник дохода должен быть, в конце концов, это доход от инвестиций, это пассивные источники дохода, создать источники пассивного дохода. Неважно как, то есть разные методы, надо пробовать, что-то получится. Второй спикер, Роберт Ролли, автор бестселлера «Решение на миллион долларов». Частные инвестиции, то же самое. Лоуренс Кеннингем, профессор в Вашингтон Университи, 20 лет изучал инвестиции Уоррена Баффета и Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway, это, если кто не знает, фонд, который основал Уоррен Баффет, это управляющий фонд. Сергей Четверяков, инвестиционный директор краудинвестинговой площадки SmartTrack. Сергей Полонский. Он предстанет в удивительном образе. Он необычный человек. Он будет рассказывать о концепции города мечты, города будущего. Владимир Савинок. Ну, это вообще гуру. Он такой человек достаточно спокойный. Он консервативный инвестор, автор книг многочисленных на русском языке. Сам из Беларуси. Тихо, спокойно, потихонечку, на много лет уже, вот именно по технологии, просто откладывает денежки и уже скопил очень солидный капитал и для себя, и своих детей. Посмотрите, как прошел Private Money в 2017 году. Площадки Private Money Forum – это мероприятие о том, как стать успешным в области личных финансов. Первоклассная подборка спикеров – это Брайан Трейси, это Роберт Аллен, это Оскар Хартман, Максим Темченко, предприниматели, инвесторы, которые делятся всеми своими секретами. Вот такая площадка, и все мы можем стать участниками этого. Обязательно запишитесь. Это грандиознейшее событие. Оно очень сильно даст толчок к развитию, я уверен. И, конечно же, это площадка для того, чтобы заводить новые знакомства, для того, чтобы, ну, краудфандинговая, да, для того, чтобы искать партнеров. Очень много будет посвящено недвижимости. Темченко, человек,
Легендарный. То же самое, примерно как и я. Он начинал с нуля и стал миллионером. Сейчас основатель клуба миллионеров, регулярно показывает его по телевизору. Он заработал большие деньги, начиная с нуля. Я еще как бы пользуюсь теми же методами, пока еще не заработал миллионы. Вот. Но вот легендарный человек, мне кажется, очень стоит на него сходить. Что такое финансовая свобода? 5 этапов на пути к финансовой свободе. Барьеры на пути к финансовой свободе. Ошибки, которые делают 95% людей, которые не стоит повторять. Как пройти путь к финансовой свободе быстрее? Максим Темченко. Стоимость участия. Ну, здесь стоимость участия варьируется. Я повторяю, если вы перейдете по ссылке, которая находится под данным видео, вы получите дополнительно 5% скидки, потому что мне дали эту возможность объявить вот у себя на канале. Поэтому, друзья мои, приглашаю всех вас туда, встретимся лично, вместе будем обсуждать, если есть какие-то вопросы. Ну и, конечно, слушать спикеров очень известных, это стоит того. До встречи, друзья. С вами был Демитков Юрий.